Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, английский сервер и трешечок. Забираем плюшечки. Shopping spree сегодня неплохой. Ну, он здесь всегда неплохой. Такие плюшки мы забрали. Сейчас покажу вам shopping spree. Ну, я отсюда забираю. Нет смысла там за этими 20 камнями бегать. Мне больше книги нужны. Я отсюда забираю пятые. Вот такие вот сундуки замка, и соответственно с них потом получаю книги. Мы сейчас посмотрим, что там у меня осталось, пооткрываем. Обычно офигеннейший коллекционер сегодня. Можно за ЗП-шки, так я уже показывал, заролить себе неплохие. Итемы. Бочку не словили. В принципе, 400к, как видите. Вот бочка есть. Ну, за космо понятно, там из-за слизней дают еще покруче все. Так, поехали, поиграем. Ничего себе. Вот так вот, ребятушки, как обычно. Ну, это тоже, в принципе, можно забрать. Обалденнейший магазин скидок. Сейчас посмотрим, что тут есть. Баст, смены. Так, 3,5 и 1. Ну, тоже, в принципе, неплохие темки здесь. Мне красные кристаллы не нужны. Вот сундучки. Заберу немножко. А живот, у меня их маловато. Конечно, можно это все наролить сундуков, но пусть будет. Так, отлично. 1800. СО. Обалдеть. Утикаха, смотрите, сколько стоит. Грех не забрать. Разброс тоже. За 6к разбросик. Ну, как по мне, реально топово. Неплохо, неплохо. Так, отлично. Поехали, забираем эти плюшечки. Идем дальше по акциям. Посмотрим и пойдем качать следующую нашу имбу. Так, с этим разобрались. Это уборка, неинтересно. Dragon Orbs. Давайте в Баназу посмотрим, может, что-то поменяли новое. Так, книги забираем. 7-е. Так, 250 книг нам еще не хватает. Так, Devolution Gifts. Ну, поехали посмотрим, что тут у нас интересного сегодня есть. Так, это мы забрали. Plan for Prizes, поехали в Проспектора поиграем. Тоже интересная акция. Неплохо, сразу две Арктики, два ожога. Так, не хватает нам немножко до 10к. Я потом добью. Буду еще забирать самые мелкие паки с красными кристаллами, потому что красных кристаллов тоже нереально много надо. Еще одна Арктика. Короче, натащили Арктик отсюда. Так, отлично. Ну. Поехали, заберем эти плюшки. 4 Арктика. Ну, тоже неплохо.
Так, окей. Что там у нас еще осталось? Dragon Orbs. И Plant for Prizes. И пойдем пооткрываем плюшечки. У45. Тут у нас интересного поменялось что-то. 50 книг. Махатма, осколки. Короче, это будет очень долго. Давайте в Plant for Prizes посмотрим, что здесь у нас интересного есть. Может, вырыли имбу? Кто его знает? Ну, как видите, на сегодня самые топовые такие сундучки — это пятые, и там, где падают. Опять же, все сундуки гильдии, они все, в принципе, топовые. Но для меня, например, и самые востребованные — это пятые. То есть, соответственно, с них получаешь очень много книг, плюс расходники, которые всегда нужны, ну, чисто ради книг, потому что на 30-е прорывы это просто нереально качать пропусками. Это уже проверено. Десять рун шестого левела, ничего себе. Ну, следующий приз. Просто интересно посмотреть уже, что дадут за следующий пак. Ну, такая себе акция. Чисто ради расходников есть смысл поиграть. Не более того. Карты групповых тоже, в принципе, неплохо. Здесь куча расходников падает. Так, и что у нас на 180-м? ПБшка. Так, ладно. С этим разобрались. С этой акцией тоже поехали, заберем расходники. Ну, такое себе. Все равно нормально. Че тут? У меня бог войны выпал с бесплатки. Воодушевление. Ну, давайте на удачу. Бум! Замедление. Хорошо. Так, ну поехали. Посмотрим. 1317 книг у меня сейчас. Так, надо поосвобождать места. 25 махатма, неплохо. Это было интересно. Так, а что у нас с этих вылетит? Смотрите. Психощиты 3 штуки. Ничего себе. Вот это да. Правда, они нафиг не нужны. Так, что у нас тут? Шестые. Вот видите, шестые. Тут чисто такое, расходники. Конечно, тоже классные сундуки. Но пятые поярче все-таки. Так, давайте вот это несчастье откроем. Раскол третий. Ничего себе. А что тут у нас? Так, то же самое. Печалька. Седьмые эмблемки. Водушка. Вот такое себе. Седьмое, как-то, честно скажу, не очень мне нравится. Вот тут, кстати, интересно вот эти открывать. Ладно, поехали. Там у нас 1300 книг было. Сейчас посмотрим, что у нас тут выпадет. Еще интересно посмотреть по камням будет. Я не посчитал. Кто хочет, посчитайте. Напишите в комментах, сколько там у нас камешков красных упадет. Но, как видите, там 8010 у нас было сундуков, это то, что я запомнил. Остальное не знаю. Ну, в общем, расходников неплохо тут упадет нам. Было бы классно, знаете, чтобы в конце был такой итог. Подведем.
тебе выпало. Ну, вряд ли LG. Для большинства героев, точнее, большинства людей, никто так не открывает, как мы это решуем. Так, окей. Итого 9400. Неплохо, вот это мне уже получше нравится. Плюс, считайте, 8000. Вот ради чего стоит забирать шестые. Так, одна карта у нас даже есть, ничего себе. Ну, почти 200 коробок еще вытащили. 4700 уже на чары. В общем, вот так вот трешуем по чуть-чуть. 33 тысячи. Я офигею. Так, окей. Поехали качать дальше нашу нимбушку. Следующую. Надеюсь, завтра уже ее прокачаю на максималку. И мы потестируем ее. Можно было бы, конечно, сразу несколько героев качать, так бы по 10к поднимали каждый день. Но смысла в этом не вижу. Лучше прокачать имба героев сразу. Потому что 30-й прорыв — это, конечно, жесть. Я думаю, в следующей обнове добавят сумки уже с этими камнями. Через недельку, через две. Вот так вот, ребятушки, качается наша сетнушка, уже 25-я, это будет у нас 7-й герой. Посмотрим, что дальше у нас с этого получится. Пишите комменты, ставьте лайки, как обычно, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.